новогодним праздникам все вокруг окрашивается в яркие краски. Праздничные украшения появляются не только в наших домах и на улицах, но и в заведениях, ресторанах и кафе, и в городских учреждениях. К зимним праздникам подготовились и в Балаклавском дворце культуры. В холле там разместилась атмосферная фотозона. Создала ее дизайнер Наталья Зубович. Уютный домик Дедушки Мороза, добродушные снеговики и милые декорации. Перед гостями учреждения культуры предстает настоящая зимняя сказка. И да, ты в каждый проект вкладываешь свою душу, каждый этот элемент по крупинкам собираешь, да, получаешь от этого огромное удовольствие, особенно когда встает эта картинка, собираешь, да, все, что было у тебя в голове, и понимаешь, вау, это того стоило. Девушка рассказывает, вдохновение для своих проектов она находит в интернете, подолгу разыскивая картинки на различных сайтах. Они наталкивают мастера на свои собственные идеи и открытия, в результате чего всегда получается оригинальная инсталляция. Дальше начинается не менее сложный процесс создания. Отыскать нужную деталь, которая бы выглядела совсем как в собственных фантазиях, бывает не так просто. Вот недавно мы даже в Краснодар ездили, чтобы закупить определенный материал, потому что в Крыму мы это не нашли. А мы люди идейные, и если нам в голову все, мы поедем, мы найдем, все у нас будет так, как мы задумали. В магазинах или среди живой природы обычно удается отыскать лишь отдельные элементы, из которых потом постепенно рождаются части инсталляции. Процесс настолько творческий, что идеи могут прийти прямо в процессе работы. Это мы очень долго искали, нашли срезанные деревья, даем им вторую жизнь, мы покрыли их специальным раствором, который не боится влаги, то есть специальная смесь, вот, и мы покрываем это как имитация снега. Еще сохранились эти веточки, не опали, да, я не знаю, что это, но что-то красивое нас это привлекло, то есть, ну, уже срезанные веточки, вот такая красота, это просто находка. Воплощать задумки в жизнь Наталье помогает муж Дмитрий. Несколько лет назад дизайн для ребят был простым увлечением, но со временем перерос в основное занятие. Теперь они шутят, что работать им не приходится вовсе, ведь любимое хобби приносит только удовольствие. Я отвечаю за картинку, то есть я все продумываю до мелочей. Дима иногда даже бывает так, не знает, что будет в итоге. И когда это все, да, встает, он говорит, вау, я не думал, что такое может получиться. В сумме только на установку всех элементов этой небольшой фотозоны дизайнеру понадобилось около 6 часов. Финальным штрихом почти всегда становится свет. Огоньки добавляют любой картинке особого уюта и тепла, идеально дополняя волшебную атмосферу Нового года. София Дроговоз, Анатолий Паньков, Севинформбюро.